В последнее время рынок мем-токенов стал очень популярным. Благодаря постоянному потоку положительных отзывов со стороны знаменитостей, некоторые мем-моменты достигли рекордного роста. При этом они не несут в себе никаких технологических новшеств. Это больше похоже на социальное явление. Любители быстрой наживы просто ищут следующую историю успеха после Dogecoin. SHIB – это один из последних токенов, появившихся на рынке. Анонимная команда разработчиков назвала его экспериментом по децентрализованному спонтанному построению сообщества. Они объявили проект жизнеспособной альтернативой DOG или даже его убийцей. Основная его цель заключалась в создании токена ERC-20 по достаточно низкой цене, достаточно, чтобы люди могли приобрести миллионы штук. Разработчики сознательно установили его стоимость значительно ниже 1 цента. Стратегия состоит в том, чтобы сделать проект прибыльным за счет роста цены альтернативы коина до 1 цента. Помимо шанса немного заработать, Shiba Inu предназначен для привлечения внимания к криптовалютам. Когда люди видят очаровательного пса японской породы Shiba Inu, это создает позитивный настрой. Важно понимать, что у Shiba Inu был отличный старт. Время для появления нового мем-токена было выбрано идеально. Те, кто пропустили впечатляющий рост DOG, старались уловить новую волну. Кроме того, каждый новый листинг на бирже помогал еще больше поднять цену монеты. Как видите, SHIB – это спекулятивный актив. Он был создан в качестве альтернативы другому спекулятивному активу DOG. Однако за SHIB не стоят известные люди, которые его поддерживают. Большинство людей, которые его купили, это те, кто пропустили феноменальный рост Dogecoin и хотят испытать удачу. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар и адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения и есть куча других преимуществ. А также еще один плюс. Переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире и имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые хотим и которую мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржей, но KYC не обязательно. SHIB – основной служебный токен экосистемы с неограниченным предложением. Он разработан по стандарту ERC-20 на основе Ethereum. Подобно Dogecoin, им можно легко оплачивать комиссии и вознаграждения. В протоколе SHIB существует еще один токен Leash, который на CoinMarketCap имеет название DogKiller. Его цель – хеджирование стоимости DOG на блокчейне Ethereum. Каждый день в 6:30 утра по всемирному времени цена на Leash будет снижаться до 1% Dogecoin'а. Разработчики намерены выпустить не более 100 тысяч штук за все время существования проекта. Кроме этого, разработчики SHIB'а планируют запустить токен DeFi под названием VON. Он будет играть жизненно важную роль в основном протоколе ShibaSwap DEX. В будущем пользователи смогут получать доход от его стейкинга. Такие площадки обычно более безопасны, чем централизованные биржи, так как не хранят криптовалюту на своих кошельках. С целью создания мемной атмосферы и дополнительного ажиотажа вокруг проекта, разработчиками создан инкубатор лучших художников из сообщества SHIB'а. Они будут создавать уникальные NFT для того, чтобы стать частью рынка цифрового искусства. В краткосрочной перспективе ее цена, возможно, вырастет, но в долгосрочной я не думаю, что это хорошее вложение, потому что Shiba Inu точно не выживет на медвежьем рынке. У DOG есть известная команда в лице Илона Маска, Марка Кьюбана. Разработчики SHIB'а – анонимная команда, и это главный признак аферы. Он не стечет кровью и никогда не достигнет 1 цента. Это не более чем средство для спекуляции.
Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростиксена. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании, переходите, подпишитесь.